Здравствуйте, дорогие зрители! Даша яростно отреагировала на комментарии о холостяке. А, ну конечно, пришла на холостяк и теперь сидишь на всем готовом. Ну и что, Даша, покрутилась перед камерой, села на свои шпагаты и теперь популярная? Губы свои показала, и теперь все ее знают. И вот ответ Даши. Я вот в недоумении, друзья, почему всем кажется, что участие в такого рода проекте, как «Холостяк», это так просто и легко? Если каждый может стать его участником, а после этого мега популярным, то почему не каждый желающий стал? «Холостяк» — это для сильных людей, готовых сквозь сложный тернистый путь идти к своей любви. Сколько конфликтов, недосыпаний, непониманий, стрессов, разочарований и боли испытывают многие участницы. А сколько девушек одним неосторожным словом или необдуманным поступком опозорились на всю страну. И если это не их личный план великого черного пиара, то выглядит весьма печально. «Холостяк» — это сериал на реальных событиях. Это живой дневник жизни многих людей. Здесь важно идти достойно, и только такие люди впоследствии нравятся аудитории, собирают своих людей. Ваша Даша, и спасибо моим. Отчасти я с Дашей согласна, но то, что тебя отобрали, это не твоя заслуга, это просто везение. Пройти может действительно любая. Просто надо соблюдать некоторые критерии. О том, какие у меня уже есть на эту тему видео. А вот как ты себя уже показываешь на холостяке, вот это вот от тебя зависит. А вы как думаете, напишите в комментариях. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!